В частности, в Кингисеппской школе номер 3 с углубленным изучением отдельных предметов. Наши школы все славятся гостеприимством. Чего же хотелось пожелать в течение всего конкурса? Конечно же, успехов, конечно же, удачи, конечно же, понимания. Но все, в первую очередь, наверное, мы должны помнить, что мы работаем не для конкурса, не для себя. Все мы работаем для того, чтобы нашим детям в школе было уютно, чтобы нашим детям в школе было комфортно, чтобы нашим детям в школе было празднично, безопасно, и чтобы наши дети получали от нас, учителей, очень важные в жизни знания, очень важные умения, умение учиться, умение понимать друг друга, умение дружить. Наши дорогие конкурсанты, разрешите поприветствовать вас, прежде всего, от лица председателя Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергея Валентиновича Тарасова и пожелать нашим конкурсантам победы. Мы уделяем огромное внимание вот этому конкурсу. Я в данном случае представляю Ленинградский областной институт развития и образования. Второй год я занимаюсь данным конкурсом, и мы стараемся сделать так, чтобы данный конкурс действительно стал не просто испытанием, проверкой, соревнованием, но настоящим фестивалем профессионального мастерства, тех педагогических идей, инновационных идей, которыми богата педагогическое сообщество Ленинградской области. Татьяна Кузнецова, Надежда Владимировна Гайдукова, учитель русского языка и литературы, город Сосновый Бор. Вера Леонидовна Савина, учитель физики, Сланцевский район. I can't do anything.
Karkin will be representing. Have you done? Karkin. Repeat after me, please. Karkin. Karkin. Once more. Karkin. Okay, good. Next. So, look there, please. This is photo allowed to do this copy. We need a thread and a hook. A thread and a hook. What's it? What is this hobby? Do you know? Not? This is, write down after me, crochet. 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 This word is not English, this word is French. It using only crocheting and beads. Interesting. Yes. Next, we have, what's it? Something is steel. Something is made of steel, yes, maybe. So, look there, please. This is an mini cultivator. Let us speak gardening. Yes, you know this. This is gardening. Gardening from the word garden. What does it mean? Garden. Sad. Gardening is? Sad. Right. Good. Good. You are. Next. What's there? There is a... something interesting, yes. Can you read first? And move. The moose is rescued, the animal can live to rescue from this sun and this extreme. What's it? It is your jungle. Very good, right. He keeps crossing in the box, right? This is crocheting. Crocheting, yes, right. Давайте слушать Аню. Я думаю, что одна из этих групп – это круглый, овальный, треугольный. То есть что-то связанное с геометрическими фигурами. С геометрическими фигурами, да. Есть просто коротенькое слово. Форма. Да? А теперь, кто не понял, Аня уже наметила путь. Она выделила раз группу. Егор. Мне кажется, по цветам злой. Группа, которую можно назвать? Цвет. Ага. И называй сейчас, какие туда прилагательные. Еще название какой группы, Полин? Группа по размеру. Размер. Умничка. Вкус. Илья, совершенно верно. У нас обозначены 4 группы. Форма, размер, цвет, вкус. Разделите обязанности со своим напарником. Один выпишет 2 группы, а второй 2 другие. А теперь, вот на пончике такая сахарная пудра, давайте ее сдуем. Открыли глазки, увидели. На самой верхней полке коробочка с конфетами, которую очень хотим. Ну-ка, за конфетами. Давайте. Больше нечего сказать. Он оставил вам поле для деятельности. Более подробный текст. Вот смотрите, он обозначил, что действительно, да, у нас добавились прилагательные. Правда? Он сказал, текст стал более подробнее. Прочитай, пожалуйста, все, что вы. Прилагательные нужны, чтобы текст был более подробный и точный. Ну, хорошо. Да? Делится на... Здесь вот это что такое? На форму. Может, да, разные лексические.
семантических значениях, да, группы. Например, форма. Затем размер. Значит, надо задержаться, разобраться. Это желтый, вы пока будете ожидать, да? Если у вас сегодня не совсем сложилась работа, то пока, наверное, придется постоять на красный цвет. А теперь внимательно. Первый ряд. Дим. Первый ряд сюда выходит, берет нужный магнит, помещает и на свое место. Выходим. Берет свой магнит. И спасибо. Спасибо. Хорошо. Второй ряд. Все подсчитал. Прошу. Спасибо, Влад. Ага, аккуратненько проходим. Ну, я очень рада. Да? Это очень хорошо. Сегодня было не все так просто. Вы знаете, вот эта картина показывает, что, наверное, ребята, которые сюда смогли поставить зеленый магнит, смогут стать консультантами для тех, у кого здесь сегодня желтый. Но это же тоже очень хороший результат. У вас в конце рабочей карты есть две фразы. Я не знал, а теперь знаю. Вот продолжите эти фразы. Без ручек просто озвучьте. Я не знал, теперь знаю. Если последней конфетой делиться, она может в дружбу у вас превратиться. Поэтому я вас благодарю за урок. Вы очень хорошо сегодня работали. Здесь, конечно, и большое спасибо вашим педагогам тоже, да? Потому что у нас сегодня с вами все получилось. Я вас благодарю за урок. Спасибо. 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 Я сегодня с вами в течение всего урока буду работать. Я надеюсь, что если у вас сегодня, придя на урок, есть какое-то волнение, то у меня тоже. Я надеюсь, что это волнение мы оставим в стороне. И между нами на уроке должно царить взаимопонимание. Послушайте, пожалуйста. В древнем Китае этот камень называли Чжи-шу. Что означает «любящий камень»? Он притягивает к себе железо так, как нежная любящая мать притягивает к себе детей. Во Франции этот камень называли «Эма», что означает «тот, который любит». В древней Греции этот камень называли Геркулесом камень. Умница, молодец, сразу с первого раза. Давайте вместе со мной попробуем сформулировать цель нашей экскурсии. Ваши самые невероятные предположения, что мы хотим узнать, какая может быть цель, исходя из темы. Ну, пожалуйста, смелее. Умница, молодец. А еще магните, что мы можем узнать? Кто открыл? Кто открыл? Работать на экзамене доверия, проверяем, что же мы написали. И когда мы будем проверять за каждый правильный ответ, мы прямо туда на листочек можете ставить себе плюсик, чтобы затем после оценить. Итак, очень быстро. Первое. Читаем, пожалуйста, что у нас получилось. Мы проверяем любого магнитного стока, то есть вокруг движущихся электрических зарядов существует магнитное поле. Все, проверили. Если правильно, плюс. И что, чтобы было в институте нам интересно, заглянули бы? Ну, ваши невероятные предположения. Исследовательский центр. Исследовательский центр. А еще в любом институте, как и в вашей школе, наверняка есть спортзал, правильно? Как ни странно, но мы туда заглянем. Я хочу особо сказать о том, что все участники сегодняшнего мероприятия получат ценные подарки, электронные планшеты. Итак, результат. Дипломом участника и ценным подарком награждается Савина Вера Леонидовна на транше 468 бар.
участникам и ценным подарком награждается Попова Юлия Леонидовна. Итак, дипломом участника и ценным подарком награждается Лустенкова Татьяна Алексеевна.